Пожар на птичьем рынке вспыхнул около 2 часов дня. По словам очевидцев, гореть начал один из контейнеров, где торговали поролоном. Его владельца на тот момент на месте не было. Ребят подтаскивали огнетушитель с контейнеров. Все, у кого чего было, там порошковые, все подсоединили. Тут есть специальный пожарный гидрант, уже подсоединили, начали поливать. Но пламя разгоралось вообще мгновенно. Тут контейнера вспыхнули прям махом. Пластик и дым, черный дым, столб. Пожарные подоспели через несколько минут. К этому времени огнем были охвачены уже почти 10 контейнеров, торговавшие в основном пластиковыми трубами и шлангами. Происходило сильное задымление территории с выделением достаточно ядовитых веществ, особенно при горении поролона. На месте вызова работало 12 единиц техники, 63 человека личного состава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадавших нет. Причины ЧП еще предстоит установить. На рынке же ходят слухи о поджоге. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.